Специалисты благоустройства уже готовят для владимирцев город к следующему лету. В новом сезоне в столице региона посадят 350 тысяч саженцев однолетних растений. Этого хватит на 7 тысяч квадратных метров клумб. Новые цветники разобьют, конечно, и вдоль Лыбецкой магистрали, а также в двух новых скверах – в Перекопском городке и на улице 850-летия. В следующем году у нас будет чемпионат мира проходить в России. Думаю, что это значимое событие мы тоже не оставим без внимания. Как бы у нас есть дизайн-проекты, посвященные именно этим мероприятиям. Будем радовать. К слову, работы по высадке цветов уже начались. На площади Победы традиционно под зиму высаживают тюльпаны. Следующим летом для города закупят и цветочные новинки. Будет много ампельной рассады. Это вьющиеся цветы для вертикальных клумб. А еще гортензии, новые гибриды петуний. При закупке цветов дизайнеры обращают внимание даже не на особенности климата, а на то, как будет выглядеть сам цветочный объект. Год от года не приходится. Погодные условия бывают разные. Один год у нас вот в этом году были морозы. Бывает, что очень лето жаркое. Так что каждый год это может быть даже разное растение ведет себя, одно и то же, вернее, растение может вести себя совершенно по-разному. В этом году у нас даже зацвела, если честно, цинерария, которая в наших условиях не цвела.